Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Скажу небольшой анонс. Я перебрал 1000 гривен мешок по 1 гривне, но не сам, а с гостем. Ко мне пришел Михаил из канала Numismatics TV. Совсем скоро это видео, и вы как раз узнаете, какие монетки я там находил, какие очень прикольные в идеальном состоянии и что сколько стоит. Также на основном канале есть видео про 5 гривен, которые вот у нас вышли. Посмотрите обязательно, и реакция на 1000-ную банкноту. В этом видео сейчас проходит конкурс, в котором можно выиграть монету из серебра. А что же будет в этом ролике, спросите вы меня. Эти монеты я показал не просто так, так как этот ролик связан именно с обиходными монетами. Ко мне пришла посылочка от YouTube-канала с очень интересным подарком. Я хотел бы вам его показать. Сейчас я распакую, и вы узнаете, что же там. Огромное спасибо каналу «Денежный сундучок». Там сейчас, кстати, будет тоже проходить интересный конкурс. Но давайте посмотрим, что конкретно я получил в этой посылке. Аккуратненько откроем. Отличная упаковка, гляньте, уже даже просматривается. Друзья, это очень важная вещь для коллекционера. Это книги. Книги, по которым можно ориентироваться на редкие монеты, которые стоит собирать. Мы видим здесь книги в твердом, толстом переплете и в мягком. Я очень рад, что наконец-то у меня будет книжка ИТК, в которой можно смотреть, какие же разновидности данных монет. Это какое у нас стандартные монеты Украины, 8-е издание. Очень я рад. Спасибо большое за такую замечательную посылку. Буду пересматривать и теперь показывать и демонстрировать конкретные разновидности в роликах, которые будут связаны с обиходными монетами. Ну что сказать, супер, это просто идеально. Ссылочку на канал и на видео с розыгрышем я оставлю в описании. Вот так выглядит жесткая обложка. Блин, на подарок это просто класс. На подарок такие книги, мне кажется, идеально. А для себя такое рабочее издание может быть вот это. Легкое, все четко, все видно. Мне кажется, это супер просто. И, кстати, по поводу конкурсов, розыгрышей, на канале Виолити уже прошел прямо сейчас розыгрыш денег 150, 200 и 500 гривен на счет на Виолити. Если вы участвовали в этом конкурсе, обязательно зайдите, посмотрите. Возможно, именно вы победили и получите эти деньги на счет. Ссылочку также я оставлю в описании. Ну что ж, друзья, так что совсем скоро ждем видео с перебором мешка 1000 гривен. Вот такие замечательные каталоги. Спасибо огромное еще раз каналу, который мне прислал денежный сундучок. И обязательно зайдите, подпишитесь на этот канал. Ну что ж, всем пока!